Делюсь секретом, как всего за 1 час 45 минут приготовить 5 вкусных блюд на несколько дней вперед. Для этого я варю сразу много риса и грамотно выбираю блюда. Первое блюдо – запеканка с кабачками и помидорами. Заполняю форму нужными ингредиентами, и пока она готовится в духовке, я занимаюсь другими блюдами. Готовую запеканку я замораживаю прямо в форме. После размораживания она не теряет ни вкуса, ни текстуры. Это много раз проверено. Не хотите замораживать? Храните запеканку в холодильнике, но не более 3 дней. Второе блюдо. Фарширую рисом и грибами болгарский перец. Готовый перец в холодильнике можно хранить до 4 дней, но я его замораживаю для более длительного хранения. Когда планирую перец на ужин, утром ставлю на нижнюю полку холодильника и вечером просто разогреваю. К нему даже гарнир не нужно. В качестве третьего блюда я готовлю рис с овощами. Он не теряет своих вкусовых качеств в холодильнике до 3 дней. Рис получается очень сбалансированным на вкус, а главное, вы можете менять овощи, исходя из того, что есть у вас в наличии. Для более легкого перекуса я готовлю салат с рисом и огурцом. Он отлично утоляет голод, а также его можно подать с любым мясным или рыбным блюдом. На десерт я готовлю фаршированные блинчики с рисом и курицей. Такие блинчики отлично хранятся в холодильнике до 3 дней, а также их можно заморозить. При размораживании блинчики остаются такими же нежными и вкусными. Они отлично подойдут для плотного завтрака, и их удобно брать с собой в дорогу. Как видите, все очень просто и вкусно. По ссылке в описании вы найдете подробные рецепты и список ингредиентов для всех блюд.